С 22 июня в Ростовской области смогут возобновить работу и продовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, сезонные ярмарки, ярмарки выходного дня, библиотеки, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Гостиницы начнут принимать приезжающих в область командированных, а также спортсменов-участников официальных соревнований. В музеях и музеях-заповедниках разрешается доступ к экспозициям под открытым небом. Приступят к работе учреждения дополнительного профессионального образования и переобучения. В полном объеме возобновится и предоставление государственных и иных услуг в МФЦ и органах власти. Смогут начать работу и физкультурно-спортивные организации на открытых спортивных объектах, а также на закрытых, но при условии, что услуги будут оказываться исходя из площади зала и 4 квадратных метров на одного посетителя.